Ну и никто не ждал, и пошел снег. Ребята, вы заказали? Да, вчера звонили. Вчера все проплатили, там все как надо. Молодцы, приехали со снегом, со своим. Вот как надо приезжать. В общем, вы видите, там затянуто все и идет снег. Хотя в прогнозе его не было вообще. Анатолий, приветствую. Истра Квадроклуб здесь тоже полным составом практически. Замер компрессии. Сколько там, Жень? По нулям. По нулям. Полайс. Это не я сказал. В общем, не только в сервисе BRP стоят. Ну, один BRP стоит. Видимо, диагностика там что-то делала. Аккумулятор. Polaris. Polaris. Сейчас опять скажу, что я предвзято отношусь к Polaris. Командор используется как подставка под экипировку. И, ребят, очень хороший вопрос был вчера в комментариях. Леха, привет! Как всегда, контент топчик. Когда уже катнешь на Матриксе, очень интересует твое мнение. Тем более, он так и ждет, стоит, скучает рядом с командором. Тут даже два Матрикса стоит. Один 165, один 155, но проблема в чем? Это все снегоходы конкретных людей, и я не думаю, что у них есть желание дать какому-то чуваку с ютуба катнуть на этом снегоходе. И мало того, что в принципе можно договориться, там даже, я думаю, там не проблема заплатить за аренду снегохода, хотя они отдали столько денег не для того, чтобы сдавать его в аренду, я вас уверяю. Но проблема в том, что смысла один день на нем покататься нет, даже там два дня. Это нужно вкататься, это нужно неделю покататься, чтобы прочувствовать эту технику, чтобы привыкнуть, чтобы спиной мозг адаптировался к новому снегоходу. Это бессмысленно брать на один день или там на полдня, или просто дай катнуть. Это вообще даже лучше этого не делать, потому что отзыв будет негативный 100%, потому что будет казаться, что он не едет, не рулится. Просто другая техника. Нужно привыкать, нужно вкатываться и только после этого, после нескольких дней делать какие-то выводы. В общем, да, затянуто. Я сегодня планировал за перевал, но не знаю. В прогнозе стояло солнышко, я взял солнцезащитные очки. Перевала не видно, идет снег. Ветерочек небольшой есть, 9 градусов. В общем, все как мы любим. Самое главное, что снег хотя бы начался, да, его не столько много, сколько хотелось бы, но тем не менее он начал идти. Это радует, поэтому не теряем времени и едем в горы. Итак, мы на маршруте уже. У нас сегодня в планах вот такие места. И снежочек здесь, ребят, он прямо
Попухлее. Можете посмотреть. Сейчас у нас подъем был такой сложный по лесу. И часть группы там еще. Поэтому мы ждем сейчас здесь на вершинке. И едем вот туда, в ту сторону. Ручьи сегодня еще уехали дальше, чем вчера даже были. Блин, сейчас уже время, наверное, 00:30. Мы едем только час с лишним. Туда дальше, это все тоже некатанные склоны. Сейчас посмотрим здесь. Лес вот вниз идет хороший. И будем перебазироваться на ту сторону. И так потихонечку пойдем эти все места катать. Так, ладно. Сейчас ребята подъедут и поедем дальше. Итак, мы уже практически на месте. И вы знаете что? Давай, проезжай. Вы знаете что? То, что шел снег, это как бы... Но здесь снежочек, посмотрите, он такой прямо мягкий. То, что шел снег, это хорошо, но он шел там. А здесь у нас солнце. Тучки небольшие, какая-то небольшая изморозь идет, но по факту снег, то ли снег, то ли изморозь, я даже не пойму. Где нет следов, там вообще хорошо. Там рассыпчатый такой снежочек, прямо он, можно покататься, но это надо искать, где не выкатано. Мы сейчас находимся очень далеко, и здесь все равно есть следы. Я думаю, что напротив не будет следов. И там угол чуть побольше. А здесь такой угол, конечно, не очень. Ну, парни сейчас чай попьют и поедем дальше. Потому что мы уже долго едем. Уже я даже проголодался, честно говоря. Но тушеночка со мной. Наша следующая локация. Это вот такой вот небольшой склончик. Их здесь несколько. Они идут так вдоль ручья. Значит, что по погоде, ребят? Вышло солнце. Хорошая солнечная погода. С той стороны все затянуто. Вы видите. А здесь солнце. И здесь снежочек прямо сильно лучше, чем возле Приискового. Посмотрите. Сегодня у меня в Инстаграме был пост про лавинную безопасность. Поэтому сюда, на этот склон, парней я не пускаю. Я тут рядышком вот проехал, спустился, встал в елочках, чтобы поснимать. А парни катают лес и рядом. Я не допускаю, чтобы они залезли на такой склон. Тем более у нас сейчас идет потепление. А вы знаете, что когда с холода в тепло, то лавинная опасность увеличивается. И вот такие склоны, они могут легко сойти. Хотя он такой заманчивый. Здесь катнуть шапки такие. Ужас какой. До сих пор еще гул стоит. Это вот потепление, это садятся большие склоны. Вот напротив, допустим, вот этот склон, он может весь так и сесть, и будет такой гул. И таких склонов здесь очень много. Они идут туда дальше. В общем, ребята, у меня есть... А, они чай стали пить, катаются. Говорят, мы сейчас покатаемся. Я говорю, о, как раз я тогда поснимаю. Они такие покатались 5 минут и стали чай пить. Ладно, пока ребята пьют чай, рубрика «Вопросы и ответы». Все мы знаем, что меня активно смотрят за границей. Казахстан. Ужас какой, как газует. Казахстан, Украина, Соединенные Штаты Америки, Канада. Колорадо, кстати, меня смотрят. Спасибо огромное. И вот как раз из Канады прилетел вопрос. Алексей, а нет желания покатать где-нибудь в Канаде, пообщаться, поделиться опытом или узнать что-то новое? Очень огромное желание у меня есть покататься в Канаде или еще раз в Штатах. В Штатах я был в 2017 году, да,
В 2018 году весной катался в Йеллоустоуне. Очень понравилось. И еще планирую съездить туда, как вот эта вся пандемийная штука закончится. В Канаду у меня были планы съездить в 2019 году, но им не суждено было случиться. И я планировал ехать к Робу Элфорду. Это амбассадор Скиду, и я даже пробовал договориться через официальные каналы, но пока что не получается. Но огромное желание есть съездить туда. Кстати, весной будет Камчатка. С 1 по 7 апреля я поеду на Камчатку и собираю группу. 6 человек. Пока что есть 5. Группа вообще была собрана, но один человек отменился из-за планов. Он не сможет поехать в эти даты. Поэтому есть одно свободное место в группу, которая поедет на Камчатку. Катаемся 4 дня. 2 дня катаемся, 1 день отдыхаем, 2 дня катаемся. И вот в один день отдыха я планирую арендовать вертолет, чтобы по максимуму увидеть Камчатку. Поэтому, если у вас есть желание, ссылочка в описании, ссылки, пост на Instagram, где расписаны условия, как проживаем, трансфер, не трансфер, аренда снегоходов. А летом в планах Чили, но об этом чуть попозже. Алексей, привет! Хороший познавательный канал для любителей снегоходов. Спасибо! Что можешь сказать про ГСМ для горника? В КТМ 8000 лью сотый бенз и оригинальное масло C-Tech 2. Сотый бенз лить не надо, а обычный 98-й заправки, ну он там может маркироваться сотым, но я навряд ли думаю, что это сотый бензин. То есть спортивный не надо, обычный заправки нужно лить. Но сейчас проблема, нигде нет этого масла и запасы кончаются. Чем заменить? Думал насчет Матюля, но нет уверенности в качестве. Смотрю еще на BRP XPS. Интересно твое мнение. Можно лить любое синтетическое масло, которое предназначено для таких высоконагруженных двигателей. Если оно имеет допуск, то можно спокойно лить. Если у вас есть канистра от C-Tech 2, оригинального масла Articat, можете посмотреть там допуски какие и взять любое масло, которое подходит под эти допуски. BRP XPS хорошее масло, и если брать его у дилера, то нарваться на подделку шанс минимальный, а это важно. Можно лить практически любое масло, которое подходит под эти допуски. Главное, чтобы оно было качественным и не поддельным, и мотор будет ходить нормально. Матюль — нормальное масло, можно его лить, опять же, если оно подходит под допуски. BRP XPS в кота лить можно. У нас, когда был Articat, ребята лили иногда XPS, и он ходил нормально. И где-то сейчас до сих пор ходит, я так думаю. Так что масел много на любой выбор. Самое главное, чтобы они подходили для вашего двигателя. Алексей, добрый день. Поставил задние катки TKI 10 дюймов на Summit 850 2018 года. И на втором выезде порвал ремень 531, который стоял до этого 2 сезона без видимого износа. Как считаешь, ролики 10 дюймов могут способствовать обрыву ремня при старте в полное нажатие, или это совпадение? Это 100% совпадение. 531 ремень, как мы помним, долго не ходил. И очень странно, что он у вас отходил 2 сезона. Это сколько пробег? Но опять же, 2 сезона, это он, скорее всего, уже высох. И вполне возможно, это нормальное его разрушение. Ставьте 571 ремень и забывайте про ремень вообще, что он существует. Раз, отрегулировали и забыли. Десятые катки, десятые ролики в задней подвеске снегохода не могут повлиять на ремень вариатора. Никак. Даже я не вижу, как это может вот быть связано. Наоборот, гусеницы легче крутиться за счет того, что диаметр задних катков больше. И мотору, и трансмиссии легче. Единственное, что нужно, конечно, перенастраивать, чтобы мотор не выкручивал там 8100, 8200, а то может быть и 8300. Вот, поэтому что в полное нажатие, что не в полное нажатие, десятые катки, они улучшают характеристики снегохода и на ремень никак не могут повлиять. Алексей, привет! Смотрю твои труды очень давно. Построение твоих съемок очень нравится. Спасибо огромное! И немало информации в своих сериях. Скажи, тебе известны подобные активные продвиженцы утилитарных снегоходов, чтобы также объективно и профессионально вещали в своих видео? Спасибо и удачи тебе во всем. Спасибо вам, что смотрите.
На самом деле я летом стараюсь вот найти такой похожий контент, и очень мало такого контента. Есть несколько каналов, которые пробуют делать что-то подобное. Они сейчас там ремни все порвут. В общем, мало на самом деле таких каналов, и это связано с тем, что я снегоходами занимаюсь профессионально, я каждый день катаюсь, каждый день снимаю, у меня есть что снимать. Обычно люди занимаются, это как хобби, они выехали, там что-то поснимали, там раз-два в месяц выложили, то есть такой регулярной основы, как у меня, нет. И, кстати, в Штатах появился блогер один в один, как я. 2 года назад мне скинули ссылку, я посмотрел. Точно такое же построение видео, точно так же там рассказывает про погоду, про снегоходы, только американец. В общем, снегоходная движуха растет, это нравится, но про утилитарники, конечно, есть пробел. Именно поэтому у меня командер, именно поэтому я хочу зайти в утилитарную тему и начать снимать про утилитарники. Надеюсь, это получится сделать. Но опять же, проблемы с техникой, нужно постоянно новые снегоходы брать, катать, снимать обзоры, снимать какие-то покатушки на утилитарниках. В феврале у меня будут несколько больших выходных, и я планирую в эти выходные, выходные мои, они выпадают на будние обычно, и вот в эти дни я планирую организовать большой выезд утилитарников. Если, ребята, вы живете недалеко от Проискового, Красноярска, Бакан, Ачинск, Назарово, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, и хотите прокатиться здесь, в Происковом, я думаю, что мы можем организоваться в какой-либо из дней, сделать большой выезд, поснимать, покататься на утилитарниках, проехать какой-нибудь маршрут, а я подумаю, какой маршрут будет лучше. Вы посмотрите, синее небо стало. Еще буквально 10 минут назад все было затянуто, а сейчас солнцем так освещается и синее небо. Ну и естественно, вот эта изморозь, снег вот этот, который шел, он весь закончился. Ну, хорошо, хоть немножко подсыпало. У меня сейчас будут школы, а потом я планирую съездить в Петербург, поэтому мне сейчас особо снег не нужен. Самое главное, что он пойдет где-то в 10-х числах февраля. Вот это хорошо, там стоят большие снегопады. Опять все засыпет, и до марта будем кататься только так. Ладно. Сейчас обед, кушаем, докатываем, и в конце дня, ребят, я еще хочу записать очень важную информацию про оленей. Да, северный лесной олень, они здесь есть. Удивительно, и солнце светит, и снег идет, и посмотрите, ребята забазировались. Нормально так. Артем там вообще себе выкопал, его не видно, он там в кустах лежит, лежанку. В общем, здесь хорошо, такое кулуарное место, значит, костерочек у нас уже, и бобер, где логотип, тушеночка с моим логотипом, но я здесь, поэтому все нормально, нож Bear Grylls, да. Кстати, бобер и нож Bear Grylls доступны в Novikov Store, ссылочка в описании. Женщины, скоро 23 февраля, если что, вот, можно подарить. Значит, здесь у нас рулет свиной, здесь у нас лук ялтинский, здесь у нас хлеб бородинский. В общем, все в лучших традициях. Обед. Кулинарное шоу с Алексеем Новиковым опять в эфире. Ребята, я не знаю, но может быть кому-то и надоело, но очень-очень вкусно. Это пензенский лось, опять ялтинский лучок, бородинский хлеб. Посмотрите, какие куски мяса. Но это реально эксклюзивный продукт. То, что вчера мавровскую тушенку ели, конечно, это не то пальто. Это эксклюзив. И чаек из бобера. Кстати, мне здесь сказали один минус бобера. Говорит, есть минус, очень большой. В нем очень горячий чай. И иногда невозможно его даже пить.
действительно горячий. Парит как. Красота. И снег идет. И солнце. Вообще супер. Когда забыл камеру включенную, получается таймлапс. Факт. Все мы знаем, что Приисковый находится недалеко от границы с Кемеровской областью. Сам Приисковый находится в республике Хакасия, но граница проходит где-то примерно в 10 километрах. И вот на границе с Кемеровской областью, вернее на территории Кемеровской области, в этом месте расположен заповедник Кузнецкий Алатау. Этому заповеднику уже много лет, и все про него прекрасно знают, что туда нельзя заезжать. Нахождение там человека запрещено. По этому поводу на дорогах, которые ведут заповедник, стоят специальные аншлаги желтого цвета, на котором написано, что это заповедник и въезд на территорию заповедника запрещен. Но недавно была образована еще одна охраняемая природная территория под названием Оленей Перевал. Я о нем слышал раньше, и он раньше был далеко от Приискового, где-то примерно в 35 километрах в районе ледников. Кстати, ледники очень интересное место, и есть даже фильм, снятый про эти ледники. Чем примечательна эта территория? Ведь не зря же здесь заповедник, не зря здесь заказник. На самом деле территория уникальная. Здесь есть определенные виды растений, которые произрастают только здесь, в горах Кузнецкий Алатау, и здесь водится северный лесной олень. На позапрошлой неделе мне позвонил руководитель дирекции по особо охраняемым территориям Республики Хакасия Бодренко Сергей Геннадьевич и попросил встретиться. Несколько лет назад я общался с руководством заповедника Кузнецкий Алатау, и в принципе ничего страшного в этом нет. Я согласился на встречу. Сергей Геннадьевич приехал в Приисковый, мы сели за стол и поговорили. Во-первых, разговор шел про природный заказник Оленей Перевал. То, что он стал больше. И сейчас он находится недалеко, а начинается прям с Избаса. С правого берега Избаса. И идет аж до самых ледников. То есть это особо охраняемая природная территория. Заказник Оленей Перевал. А Ивановские озера — это теперь природный парк. Карта государственного природного заказника Оленей Перевал и памятника природы Ивановские озера находится на сайте дирекции по особо охраняемым территориям Республики Хакасия. Ссылочка на сайт дирекции будет в описании. Кому интересно, посмотрите. И второй вопрос, который рассматривался на встрече, это северный лесной олень, который обитает здесь, в районе ледников. Самая южная точка, где живет северный олень, находится как раз здесь, в горах Кузнецкого Алатау. И олень ведет здесь изолированный образ жизни, то есть из гор Кузнецкого Алатау ему никуда не сдернуть. Везде у нас идут железные дороги, везде у нас идут просто автомобильные дороги, через которые он пройти не может. Он жить может только здесь, в горах Кузнецкого Алатау. И этих оленей осталось всего около 150 штук. По факту, я думаю, даже меньше. И все бы хорошо, пусть они живут и живут здесь, и размножаются. И очень хорошо, что у нас здесь есть уникальный вид животных. И заказник Оленей Перевал просит у нас, у снегоходчиков, помощи. Оленей осталось мало, и нужно их сберечь. Снегоходчиков становится много, и зачастую снегоходчики встречают оленей и преследуют их ради забавы. Так вот, ребят, нас, снегоходчиков, просят ни в коем случае не преследовать животных, если вы их встретили в лесу. Это вызывает очень серьезный стресс у оленей, и они могут потом просто погибнуть. Поэтому, ребята, есть вот такая памятка. Можете скачать ее, распечатать, либо просто посмотреть очень внимательно. Ссылка на сайт дирекции будет в описании к этому ролику. Пожалуйста, пройдите по этой ссылке, посмотрите на карту заповедника и заказника и прочитайте материалы по
северному лесному оленю. Что делает оленя уязвимым? Браконьерский промысел, это понятно, ради мяса могут добывать. Но здесь у нас охотников нет, здесь больше снегоходчики. Охотники, если и есть какие-то браконьеры, то только в летний период, потому как снега очень много, им сюда добраться очень тяжело. Естественные враги делают оленя уязвимым. Волк, росомаха, медведь. Но это естественный отбор, от этого никуда не уйдешь. Исчезновение снежников. Тоже климат меняется, со снегом беда, туда-сюда он то много, то мало, ледники тают. И самое главное, это туристы на снегоходах и квадроциклах. На квадроциклах, конечно, здесь туристов мало летом, обычно они все катаются в более приспособленных для этого местах, болото, грязь. А вот на снегоходах очень много. Если же вы все-таки встретили северного лесного оленя здесь, в Приисковом, то как же ему помочь? Во-первых, соблюдайте расстояние. Вы увидели, вот он там на склоне стоит. Ни в коем случае не едьте туда. Спокойненько бочком уехали в другую сторону и катайтесь в другом месте. Пусть олень занимается своими оленями делами. Опять же, вы увидели оленя. Допустим, он стоит вот на том склоне. Их несколько. Постарайтесь их посчитать, пока вы смотрите на них, запомнить координаты, где вы их встретили, и передайте эти данные в дирекцию по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия. Эти данные очень важны для мониторинга оленей. Как они перемещаются, сколько штук их осталось и тому подобное. Но самое основное, конечно, это не ездить туда, где водится северный лесной олень. Это поможет сохранить данный вид животных и уберечь их от исчезновения. Давайте кататься в хороших местах, которые расположены недалеко от Приискового, вне территории заповедника и заказника. Я понимаю, что снегоходчиков становится очень много. Я понимаю, что все места искатаны. Но в погоне за снегом мы можем заскочить туда, куда не следует заскакивать, ребят. Поэтому все-таки давайте оставаться людьми и поможем сохранить эти замечательные места, которые мы так любим. Хотелось бы обратиться к тем туристам и к тем отдыхающим, которые почему-то, наверное, из любопытства приближаются к ним, может быть, их преследуют, чтобы рассмотреть. Хотелось попросить, не надо, не преследуйте их, оставьте их в покое, пусть они кормятся спокойно, пусть они переживут самый неблагоприятный период в их жизни, зимний период, и на следующий год дадут потомство, дадут оленят. Наша популяция, наш дикий северный олень останется на нашей территории. Давайте будем его беречь, гордиться им и сохраним этот хрупкий мир северного оленя.